защищать украинский народ, защищать в первую очередь. От фашизма народ. Все правильно. И территориальную целостность Украины. Меня сейчас посылают на войну, призывают убивать на Донбассе ребят, такие как я. Они тоже присягу принимали. Нельзя, Глеб, я что хочу сказать. Призывают защищать территориальную целостность Украины, которую хотят бесплатно слить Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки. Да, да, молодец, правильно понимаю. Я хочу сказать, что нам, ну, надо быть совком, чтобы это не понимать. Просто совком. Я что еще хочу сказать? Сейчас я служил в танковых войсках в Чечне. Под краснознаменным флагом Красной Армии я присягу принимал. Вот. Флаг полк ордена Александра Невского. Вы вдумайтесь. Сейчас в этом полку с ракетно-танковым вооружением, со всем пехотным сухопутным вооружением ознакомливаются те, кто вчера валил внутренние войска на Майдане. Те, кто вчера застреливал моих братьев в спецподразделениях. Они сейчас готовятся убивать ребят, кто с ними не согласен, убивать милицию, которая не собирается выполнять их требования. Это факт. Вот что я хочу сказать. И люди, вы вот посмотрите, мне 22 года. Я не курящий, не пьющий человек. Я генофонд этой страны, это факт. Вы завтра, послезавтра, вы будете за них хоронить таких ребят, как я. Вы понимаете? Обратитесь вот в ту сторону. Ответственность какая? Перед вами. Я призываю вас всех в первую очередь. Я призываю вас в первую очередь по возможности не проливать кровь, сохранять благоразумие, жить по заповедям Божьим и отстаивать позицию свою в мирных рамках. Конечно, если начнется война, я вас призываю оказывать всевозможную помощь протесту. Молодец! 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 Молодец!